Итак, доброго времени суток, товарищи. В общем, скачал игрулечку House on the Hill. Типа тоже хоррор, только ты там играешь за вора. Как я понял из описания. Так, ясненько, ясненько. Ясненько. Давайте посмотрим, что это. Какие-то сохраненные данные. Я вот еще только не играл, мне только запустил буквально. Сейчас посмотрим, что будет. Вот. Ну, как всегда, в начале игры есть трейлер. Сейчас посмотрим, что это будет. Значит, ему звонят. Эй, слышишь меня? Это отлично. Привет, это Фрэнки. Готов к новому делу, да? Знаю, ты обычно не берешь срочные заказы, но гонорар тут большой, а твоей семье вроде деньги нужны. Так что можно сделать исключение. Ладно, работа простая. Заходишь в дом, пока хозяина нет, да, находишь вот, красивую типа цацку, выносишь. Все, я сделаю так, чтобы все прошло гладко. Всего за половину оплаты. Цени мою щедрость. Главное, делай все, что я говорю, и проблем не будет. Понял? Отлично. Давай тебя подготовим. Где-то рядом с наушниками должна лежать камера. Закрепи ее на одежде. Ага. Все, теперь я вижу комнату. Неплохо. Ладно, еще тебе понадобится фонарик. Он за дверью, в гараже. Окей. Я отключил свет. Найди фонарик и поброди тут. Привыкни работать в темноте. Хорошо. Фонарик новый, так что постоянно искать батарейки не придется. Как в прошлый раз. Включай, проверь, как работает. Так, фонарик. Хорошо. Да. Теперь в доме придется работать с сигнализацией. Модель там слабая, но я хочу, чтобы ты не растерялся. Найди кусачки и отвертку. Я покажу тебе, что делать. Отвертка в одном из верхних ящиков. Уже нашел кусачки? Молодец. А отвертка над столом, в одном из шкафчиков. Так, надо поработать над управлением немножечко. Что? А, вот отвертка. Отлично. В чулане справа от ворот я установил пробный щиток. Он почти как настоящая сигнализация. Сейчас будешь ее отключать. Понятно. В чулане, где чулан? Вот дверь. А вот и он. Красавец. Открути болты и сними крышку. И я должен видеть, что внутри. Есть небольшие помехи. Секунду. Ага. Картинка появилась. Хватай кусачки и осторожно отрежь синий провод. Белый не трогай. Синий! Я же сказал, синий! Ой. Я дальше. Искрометный юмор. А ты способен следовать базовым указаниям. Поздравляю. Ладно, все готово и пора на дело. Выводи машину, я расскажу тебе, куда ехать. Если ты решишь меня послушать, конечно. Ну вот как-то так. Посмотрим, что будет дальше. Так, что у нас тут? Эй-эй. Ворота. Угу. Хорошее местечко. Были бы деньги, я бы тоже здесь поселился. Там внутри, скорее всего, будет много цацок. Не обращай на них внимания. У нас есть всего один вечер, и мы должны достать нашу цель. Драгоценность, которая называется «Сердце тумана». Одна попытка. Если что-то пойдет не так, мы больше сюда не вернемся. Так, на секундочку, что-то фризит немножечко. Так, ну понятно. Понятно, понятно. Текстуры поставим средние. Ну, все, в принципе, на среднячок кинем. И будет нормально. Пару FPS.
0-0, нет порога. Так, вроде, ну, как бы кажется-то ничего не изменилось. Хатка. Иди ко входу. Справа от него должен быть щиток сигнализации. Типа, ага, пришел такой весь поворовать. Так, не понял. А, вот, все, теперь понял. Бегать быстрее не может, но что поделать. Замок здесь электронный. Система чуть сложнее, чем учебная, но принцип тот же. Режь синий провод и проходим. Синий. Окей. Синий. Главное не лохануться. Как на учебном, типа. Тут я либо дальтоник, либо тут нет синего. Синий провод! Синий! Черт! Режь все, что есть! Ох, хорошо. Я проверил линии, сигнала в полицию не было. Просто будь осторожнее. Да-да, братан, сорян, но тем не менее... Ладно, дверь открыта. Проходим. Действуем быстро. Входим, забираем что нужно и уходим. Цель на первом этаже, в кабинете. Двигайся тихо. Будь осторожен, и никто даже не узнает, что мы здесь были. Сначала найди кухню. Судя по планам, нужно пройти через нее, чтобы дойти до кабинета. Его бывшая семья. А пацан с фотки на твоего похож. Я, конечно, ни на что не намекаю, но твоя жена с ним случайно не знакома? Да ладно, прикалываюсь я. Забей. Нет карты. Да, вот скоро. А, вон там свет справа. Нам вроде туда. Ух ты, как фризит-то. Вообще, это подгрузка игры. Ты заметил, что на этой кухне нет ни... Оу, черт. Так, все нормально. Он, наверное, просто сосиски любит готовить. Хозяин вроде охотник, так что все нормально. Да, нормально, конечно. Угу. Особенно, когда кишки по полу... Ой, по полу, по холодильнику валяются. Так. Что это? Хозяин дома закупил кучу строительных материалов. Зачем-то писался псевдонимом. Окей, окей. Идем дальше. Хозяин забыл убраться перед отъездом, наверное. Не задерживайся. Начали лаять собаки, это все очень как-то... Хорошо, ищем кабинет. Там будет сейф. На мелочи не отвлекайся. Открытый огонь без присмотра. Угадай, какое здание рано или поздно сгорит. Посмотри на эту херню. Магнитофон с проводом в стену? Розетку нельзя было поставить? А, стоп. Это не питание. Тут что-то другое. Так, можно что-то взять, наверное, да? Ладно, это вроде как не кабинет. Стой! А, нет, все в порядке. Слышишь музыку? Откуда она? Спальня. Посмотри, может, есть что-то полезное?
уборщица оставила, наверное. Колечко жены. То ли она свалила от него, то ли без вести пропала. Я уже плохо помню. На вид дешевка. Так, вот. Ну что-то же я должен тут найти. Толчок. Блин, я же говорил, сделай свои дела перед работой. Забыл? Кстати, я скоро вернусь. Лекарство должно облегчить дыхание при нарушении работы легких. Но это по-любому от ковида. Так, ну что ж. Если вылетит какая-нибудь херня, будет очень неприятно. Ну да, приятная музычка. Там что, ворона лазит? Да ладно. Так, инвентарь, ну что? Очень странная ворона, типа. По-любому где-то должна быть кассета какая-нибудь. Нет, ничего. Сейчас соседи бунтуют. Опять. Может, перерезать надо провода? Тут ничего такого нет, типа нельзя ящики открывать. Какой-то странный, типа. Граф Дракекула. Ну, можно даже увеличивать. Ну что ж, идем
Обратно? Выбора-то нет. Так, здесь комната с телеком. Это закрыто. А. Так, не понял. Угу. Спокойно, это всего лишь я. Твой дружелюбный внутренний голос. Что нового? И где свет? Так, давай посмотрим. Так. Сюр какой-то. Да-да, мне это все не нравится. А, комната открылась, я понял. Вот и кабинет. Хорошо. Теперь нужно найти сейф. Прикроем дверку за собой. Так, сейф, сейф, сейф. Фотки. А, нет. А, заметки отца, когда у него появился Альцгеймер, понятно. Угу. Бывший солдат. Я слышал, что он приехал со службы весь в химожогах. Может, поэтому жена ушла. Медаль мы брать не будем. Так, что тут есть еще? Часы. Немножечко неудобное положение фонарика. Сейф, сейф, сейф. Нам надо найти сейф. Попробуй посмотреть за картиной. Угу, точно. Ну да, это вполне. Ага, логично. Здесь лежит наша брюлька. Скрывай сейф, хватай ее и можешь идти домой. А как я его должен открыть? А, так. А, так. Сейф поставили недавно. Хозяин вряд ли успел запомнить код. Поищи, может, он где-то записан. Ну, легко сказать, поищи, когда искать практически негде. Может быть, а может и не быть.
Олень. А что это за рамка на столе? Там есть числа? Какая рамка на столе? Тут нет. Тут тоже нет. Может еще. А, тут же не один стол. Или один. Так, стол один, поэтому. А. Семь, четыре, три, один. Так. Семь, четыре, три, один. Отлично. Хватай камень, не уходим. Ну что ж, на этом мы остановимся. Что было дальше, вы сможете узнать примерно часов в 5, в 6 вечера 14 ноября. Поэтому на данный момент я с вами прощаюсь, и на этом хватит.